Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Первая оценка сетов в этом году. В принципе, чтобы принять участие в этой рубрике, нужно всего лишь написать твой ID в комментариях. Также у меня просьба, подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал, потому что до 195 тысяч осталось 140 человек. Я максимально надеюсь, что сегодня после этого видоса, в течение пару часиков, эту цифру мы заделаем. Пацаны и дамы, я стараюсь максимально, выкладываю ролики ежедневно, но меня смотрят в 60% без подписки. То есть вы смотрите, вам нравится, но вы не подписаны. Понимаете? Вы подпишитесь, и каждый день у меня новый видос и новый контент. В принципе, все. Подпишись также на мой TikTok, ссылку ты найдешь в описании. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Ну и, соответственно, добавить и посмотрим, что у нас за первый игрок. Фейк ПК. Давайте оценим, посмотрим, в чем он играет, в каком сете. Скажу вам коротко и ясно. Сет годный, мне нравится, делаем скриншот 10 из 10. Следующий подписчик — это хулиган, вот такой у него сетик. Кстати, прикольно сочетается майка баскетболиста и вот эти юбочка модератора. Правда, юбка слегка выпирает, но мне кажется, за что в игре это незаметно. Вот так в целом годно, но согласитесь, что чего-то не хватает. На десяточку не тянет, нет, поэтому смело 9 из 10. Олежка, просто Олежка, несмотря на то, что очки и торс с одного и того же набора вроде как, но смотрится очень годно, мне прямо нравится, шикарный сет, 10 из 10, пока для меня это фаворит, то есть вот пока его сет самый-самый офигенный, мне прямо нравится, во. Ну, честно вам скажу, это чё такое? Чё за снеговик? Ля, как исправить этот сет? Вот прямо сходу. Штаны с пропуска, которые черно-красные самурайские, я джазовые кроссы и любую красную прическу. Да даже и белую. И было бы прикольно. Но вот это, я не знаю, он или по рофлу оделся, или у него была какая-то черная или красная прическа. Он просто выбил эту прическу из лутбокса и соедел ее. Давайте просто перезайдем на его профиль. Нет, все-таки он в таком сете и остался. Ну, я не знаю. Ну, ну, 2 из 10. У подписчика этого прикольный ник, но ля. Ну, это чисто The Faster Player. Чисто Faster. Лично я бы сюда одел маску марионетки. И черную, или белую. Да даже и голубую прическу можно. Но шляпа в такой сет, шляпа самурайская, это вообще что-то такое себе. Ну, давайте 5 из 10. Парк Мишка. Кстати, прикольно, только кроссы не подходят. Я не знаю, какая обувь бы сюда и подошла. Вот даже, возможно, вот эта подошла, на которой он обменял. Но чисто я не знаю. Типа штаны и торс, в принципе, прикольно и интересно. Но все-таки обычные джазовые штаны, мне кажется, сюда бы подошли больше. Это раз. И два, кроссы синие. Я не знаю, какие кроссы бы сюда подошли, а нужно смотреть и подбирать, но вот это сочетание, лишние кроссы, а так, в принципе, 8 из 10. Вот такой сетик, ну, не донатер, ну, не донатер он, ну, и новый игрок, нуля. Просто золотой джекпот, бесплатные кроссы, бесплатная штука это. Я не знаю, чтобы не обидеть игрока, который только-только пришел в игру, я, наверное, это даже лучше оценивать не буду, потому что высокую оценку я все равно дать не смогу. Поэтому, друг, развивайся, качай аккаунт, собирай свой сет и, в принципе, возвращайся в эту рубрику. Ля какой! Калаш до фула, интересно, вкачанный. Вот я не понимаю, ее тут или пятый, или шестой уровень. Но мне нравится сет. Вы посмотрите. Ну,
Ну, симпатяга, ну согласитесь, ля. Шлем наездницы, вот прикольно подобрал футболку и штаны. Кроссы я бы другие, я, возможно, рассмотрел. Может быть, даже больше подошли и кроссы от оранжевого техника, что и штаны. Ну ля, тогда было бы и штаны, и кроссы с одного и того же сета. Все равно этому сету я даю оценку 10 за 10, потому что, во-первых, наездница, а во-вторых, все нормально. Кстати, Фарик — это гарант с кучей отзывов. Если вдруг кто его не знает, то ссылку давайте я оставлю в описании, потому что все мои друзья, которые продают аккаунты, они продают через за него. Поэтому если вдруг вам нужен гарант, то в принципе можете обратиться к нему. Следующий участник, ну вот это уже можно сказать, что самурайский сет, в какой-то степени самурайский, потому что большой торс, большая шляпа, большие кроссы, смотрится в принципе интересно, но не на 10 из за 10, вы со мной согласитесь, но 8 из за 10 или 9 из за 10 тут смело. Я сомневаюсь между 8 и 9, поэтому ну, давайте впервые за историю этому сету я поставлю 8,5 из 10. Ну, что я вам могу сказать? Лично мне вот не нравится, как выглядит эта маска с футболками. Она как бы огромная, и вот это вот то, что голая шея, хотя это в принципе лучше, чем с футбольными футболками, но все равно, обычная маска марионетки или любая другая маска, например, даже с пропуска, которая с черепом, она выглядела бы тут лучше. Это лично мое мнение, поэтому 9,5 из 10, а так сет очень-очень годный. Баха, просто Дина, просто понимаю. Про Макс. Кстати, прикольно, интересно. Мне нравится, слушайте. Кому-то не понравится Цеторс, но если смотреть и по сочетанию, и по цветовому, и по логическому, мне нравится. Типа, ну неплохо, согласитесь? Блин, это даже интересно, но я бы сказал. Маска бы прикольно сочетается с этими, с плечами с торса. Прическа синяя, штаны синие, кроссы синие, MP40 синий. Мне нравится, 10 из 10. Охотник. Вот я сразу же заделаю скриншот и начну объяснять. Мне нравится, потому что к этому торсу очень-очень сложно подобрать симпатичные штаны. Он это сделал. Единственное, что можно было бы рассмотреть, это что-нибудь черное на голову. Например, черную маску, белую прическу или красную прическу. Или черную маску, красную прическу. Или красную маску, черную или белую прическу. Было бы, возможно, интересней. Возможно, но вот это годно. Это 10 из 10. Это мне нравится, это офигенно. Едем дальше. Гэнгста. Ну, я вам могу сказать, что когда-то я бы оценил этот сет в 10 из 10. Ну, понимаете, как бы такие сеты мы очень-очень часто видим. Ну, и хотя давайте вот это тоже оценим в 10 из 10, потому что сет, в принципе, неплохой. Просто бандит и пуховые штаны. Для многих это уже стало нормой, поэтому нормальны 10 из 10. Ну, что я вам могу сказать? Техник и клоун, конечно, идея не лучшая. Штаны прикольно сочетаются, только кроссы, может быть, можно было бы подобрать и другие. Хотя и вот это, в принципе, тоже годно. Но одеть бы сюда просто любую белую прическу и очки вора в законе было бы интереснее. Но вот это 9 из 10 только из-за Джокера на голове. Торс, штаны и кроссы подобраны идеально. 9 из 10. Вот смотрите, даже если взять вот этот сет, сюда просто одеть джазовые штаны, штаны Алока, штаны с недавнего тайного магазина, штаны с декабрьского пропуска, штаны с инкубатора за один чертеж, который сейчас, было бы годно. Но есть одно но. Посмотрите, как волосы пролезают сквозь капюшон. Это максимально стрёмно, это прямо
отстойно, серьезно. Поэтому 4 из 10. Па, аля. Приятно. Приятно, когда подписчики одеваются красиво. Возможно, используя мои советы из видосов. Собирая сеты сами. Очень много кто, которые подписываются на мои каналы, до этого одевались офигенно. Вам огромный респект. Собираете просто великолепные сеты. Этот сет смело, просто максимально смело одеть 10 из 10. Шикарно. Все, идем дальше. Так, ну, что я вам могу сказать? Тут я, ну, как бы, 3 набора. Но вот я вам отвечаю, если бы он подобрал штаны и маску, которые не сет не с марионетки и не с этого Варискина, я бы дал этому сету 10 из 10. Я понимаю, что он смотрится годно, но тут чисто 2 набора, серьезно. Можно было бы подобрать какие-нибудь штаны, которые идеально смотрятся, и маску, просто любую черную маску, и все. И было бы шикарно, но я даже не буду оценивать этот сет, потому что тут основа это марионетка или скин. Все. А ведь он уже был в том выпуске, где штаны ангела у него были. Но почему-то он решил одеть просто Дином. Хотя мы с ним играем, он у меня даже есть, по-моему, да, он у меня есть в друзьях, но я вам отвечаю, это не подтасовка, я реально нашел его комментарии под видосом. У него есть штаны ангела, он играет в Дина. Алды, поздравляю, ты бы мог стать, наверное, победителем, если бы одел симпатичный сет со штанами ангела, но, в принципе, сейчас мы посмотрим, кого я оценил в 10 из 10, выберем победителя этого видоса и перейдем к голосованию. 7 подписчиков из 20, из 19, которых я сегодня оценил в 10 из 10. Это довольно-таки много по отношению к предыдущим видео. Приятно, что вы одеваетесь офигенно. Респект. От меня, от всей души, от всего сердца. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы еще этого не сделали, пожи. Получается, у нас вот такой сет, потом вот такой сет, вот этот сет, вот этот сет, вот этот и вот этот. Ну, давайте рассматривать. Как часто вы видите вот такие сеты на карте? Именно сочетание торс и штаны. Да, это красиво, это офигенно, но чутка недостойно финала. Этот сет тоже довольно-таки популярный, поэтому вот этого пропускаем 100%, потому что офигенно, неплохо. Вот этот сет, в принципе, тоже неплохо. Все с разных наборов, офигенно. Далее, вот этот в финал тоже 100% проходит. Вот этот сет. Лично я встречал только одного человека в рандомах, в ранге отряда, в рейтинге, просто играя и наблюдая за сетами, чтобы играли в этом плаще, я встречал только одного человека, поэтому я его тоже пропускаю. Вот этот, ну, я не знаю. Короче, в ВК-группе будет голосовалка. Получается, мы пропускаем. Раз, два, три, четыре, пять сетов. И получается, вы голосуете за сет, который вам больше всего понравился. Ему я задоню, ну давайте 500 алмазов на обезьянку. Получается, в последний день, когда можно будет задонить, я задоню победителю голосования. Поэтому, если вдруг тебе понравился, к примеру, вот этот сет, тыкай по первой ссылочке в описании, голосуй за него. И, возможно, благодаря именно тебе, этот игрок получит 500 алмазов. В принципе, все. Кто хочет участвовать, жду вашей ID в комментариях. Всем спасибо, всем пока и да пребудет с вами скилл.